кто-то его уже убил до нас. Ну ладно. А, вот он. Вот он, тушечка. Недавно я угробил Ривкина. Но. Здесь встаете и лечитесь, и никто не может на вас напасть. Здесь меня не могут достать ни скелеты его, ни невидимый убийца. То есть тень убийцы такой. Ну, все. Подслушивающие жетоны нужно установить. Сложнее, потому что мы на чужой территории. Задолбал.
Тьфу, желтые угробили. А мы вроде бы синие. Ну ладно, двух Ривкиных мы угробили. На чужой территории, исходя с пьедестала. Так, целых 10 минут играем, и столько всего произошло. На этой оптимистической ноте красненький, точно. Вот красненькое знамя висит. Ну ладно. Спасибо за внимание.